Всем большой привет, друзья! Сегодня с вами пришли в Fix Price. Давайте смотреть новинки вместе. Это город Курск, улица Союзная. Я желаю вам приятного просмотра. Первую новинку заметила вот такую. Смотрите, это ловушка для ос в отделе сад-огород. 9,5 на 13,5 сантиметров. Ну и что-то действительно интересное. Стоит она, кстати, 149 рублей. Может быть, вы уже покупали что-то подобное. Напишите, пожалуйста, как по использованию, по своему функционалу, справляется или нет. Так, а вот здесь вот чуть-чуть ниже тоже у нас, давайте посмотрим, тоже ловушка для ос и шершней по 55 рублей. Немножечко другая конструкция уже. Такая бутилированная как бы. Хватает на 3 месяца указано. Масса 300 грамм. Общая информация вот здесь вот у нас. Способ использования. Где устанавливать ловушку. Также заметила интересные декоративные полочки. Вот так вот она углом и вешается. Смотрите, есть в белом каркасе, есть в черном. Но не вижу только сколько стоит. Красивые какие рамки для фотографии. Я не помню, чтобы у нас такие были. 10 на 15 сантиметров. Красивые бабочки. Кстати, она не тяжелая. И, конечно, это все пластик. Но это, с одной стороны, хорошо. Знаете, если упадет, не разобьется, по крайней мере, сразу. Сколько вот она стоит, только не очень понятно. 199, возможно. Новые небольшие блокнотики. Поверхность у них матовая и мягенькая. Так, я предполагаю, что они по 149 рублей. В разных цветах. И внутри листики в клетку. Есть закладка. Смотрите, какой интересный набор для деток. 3 плюс стоит 79 рублей. Зубная щетка плюс игрушка. Причем все в игрушке функционирует, работает она. Чтобы заинтересовать малыша, можно такую приобретать. Из матовой коллекции у нас новые органайзеры по 199. В общем, вот такой вот он интересный. Подходит для кистей, для каких-то помад, для блесков, да, для разных. Ну, в общем, думаю, что девчонки придумают, для чего использовать. Главное, что это новинка. Так, вот здесь, по-моему, тоже что-то новенькое. Стоит также 199. Ну и вот тоже примерно показано, что можно, как использовать. Красивая серия такая, интересная, что-то в ней есть. И цены, в принципе, нормальные, не по 300 рублей. Маникюрные ножницы по 79 появились в продаже. В том году, помню, тоже их привозили. Также палочки. Деревянные для маникюра 79, 30 штук в упаковке. А вот здесь вот яркая новинка. Точно летней ее назвать можно. Кисть для макияжа в наборе 4. Стоит 199 рублей. Указано, какая кисть для чего у нас подходит. Так, только такой у нас. Да, только такие они по дизайну, по цвету. Такие девичьи-девичьи, красивые, розовые. А рядышком у нас появились ножницы парикмахерские, 249 рублей. Друзья мои, буду признательна вашим отзывам о товарах. Пишите, не стесняйтесь в комментариях. Кусачки для ногтей, какие милые, посмотрите, в форме зайчика, 99 рублей. Так, вот здесь вот кусачки для кутикулы, 149. Одни висят, разбираются хорошо. Давно, кстати, их у нас не видела. Но остальное вроде бы все было. Какой горшок красивый для цветов, но, по-моему, он дороговат. Смотрите, здесь уже откололся. 299. Называется тюльпан. Сделан он из керамики. Небольшие они совершенно, по цвету отличаются. Но, по-моему, точно дорого, потому что он маленький. А вот это уже игрушка интересная появилась, смотрите. Это игрушка, которая растягивается. Может быть, знаете, есть гуджицу сейчас популярные у деток, которые тянутся тоже. Здесь стоит 199 рублей. Мишка есть. А, они, смотрите, разные. А так они стоят по 500, по 350, если вот именно смотреть гуджицу. Там тоже какие-то такие разные
Ну, в общем, здесь подешевле будет в фикс-прайсе такую приобрести. Хотелось бы, конечно, чтобы еще послужило подольше. Новые мочалки для душа. Смотрите, как красиво оформлены они. Кстати, по качеству очень хорошее качество. Так хорошо набиты. Два цвета у нас я обнаружила. Ананасик желтый и белый. По 79 рублей. Вот здесь вот еще какая-то новинка рядышком. Щетка для уборки двухсторонняя. 99 рублей. Водосгон здесь с одной стороны, а с другой стороны как губка. Так, что здесь еще в отделе для уборки у нас есть? А вот это вот что у нас интересное такое? Жалюзи. Смотрите, появились жалюзи. 150 на 50 сантиметров. Нетканный материал и полипропилен. По цвету они разные, черные, коричневые, даже белые есть. Сколько стоит? Интересный вопрос. Цена у нас, к сожалению, не указана. Но задумка интересная. А вот здесь вот еще ножницы. Ценник, по-моему, хороший. 59 рублей стоят они всего. Смотрите, какие яркие детские панамки появились. Детские же или взрослые? Даже, наверное, взрослые, потому что они большие. Такой интересный формат панамы. 249 рублей. Все белые они, но... А вот здесь вот не белая, да? Яркая такая, сиренево-фиолетовая, розовая есть. Ну, в общем, с яркими такими принтами. Шляпы по 149, как соломенные. Посветлее, потемнее есть. Ну и вот такие с большими полями в продаже тоже есть. По 299, да, подорожали. Но это, наверное, новые модельки какие-то. Вот, например... Новенькие. В прошлом году их точно не было. Шляпа. Вот это стоит 299. А те, что остались с прошлого года, вижу 199, какие-то 249. Уточнять лучше на кассе, чтобы, знаете, не было неприятного сюрприза потом. Детские панамочки у нас вот здесь. По 79 рублей, по 99. Вот здесь вот новинка. Бутылка для масла 250 мл, 199 рублей. Сделана очень хорошо, она керамическая. Носик вот этот открывается легко и просто. Так же, как и закрывается. Приятная такая, знаете, я так понимаю, что к нам должны приехать скоро и баночки из этой серии керамические. Надеюсь, стоить слишком дорого они не будут. Баночка вот эта классная. Небольшие салатники. Они на 380 мл сделаны из опалового стекла. Только, к сожалению, у нас всегда проблема в фикс-прайсе с ценниками. Это ценник, но не на них. Есть вот такие вот с яркими лимончиками. Лимоны, лаймы. А вот здесь вот тоже интересная коллекция. 150 рублей, 590 мл, пиала бульонница. Мраморная такая коллекция. Разные они немного по цвету. Так, что еще мы с вами найдем интересного из посуды? Мне очень нравится сейчас пользоваться вот именно посудой из опалового стекла. 17 сантиметров в диаметре в данном случае, 99 рублей, она глубокая. В микроволновке можно разогревать смело. Паштет увидела печеночный. 100 грамм, стоит 27,50. И еще вижу... За 29,50 печеночный со сливочным маслом. Также расфасовка по 100 грамм. Яркие коврики антискользящие 30 на 90 сантиметров. Они по 149 рублей. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Спасибо за ваше внимание, лайки и комментарии. До новых встреч. Всем пока.